Это у нас 1 июня. Мы приехали в Потеряевку, все пруды осматриваем. Это мы на Семаковском или Костровом называется. Это Лена, мать, ее дочка. И Гликерия. Вот посадили здесь, все привелось. Укреплено будет. Ну, далеко сильно не ходите. Там посмотрите, как все это не помывает нигде. Выдержала, нынче ничего не размыло. Ну, мало снегу было, может быть, поэтому. О, какой берег, вот и с шифером, чтобы не размывало. Вот теперь они прошли на ту сторону, это у нас спуск воды. И больше вода не поднимается. Но тут никогда нету тины. Почему? Потому что коровы тут пьют и родников много. Ребятишкам это интересно. Вот этот пройти спуск. Рукой держится, то все мы сделали специально так. И вот сколько этих посадили, вот видно, зелень какая. Опять платок сняла. Надень платок. Дай, чтоб сама надела, не надо, она большая девчонка уже. Завязывай. Только чуть-чуть, и она уже опять. Зачем же наружать? Это дресс-код такой здесь называется, код одежды. А ну давайте, кто добежит до машины быстрее? Гликерия, не поддавайся! О, все! О, вот это бежит-то как ее, ее не догнать. Она смотри, как козленок бежит. Ну ничего себе. Вот и мы идем сейчас. И вот бывший лагерь, вот это деревья, музей. Теперь. Вот сейчас надо съездить, посмотреть тут. Это костер, когда был где. Где мы были? Вот где были-то? А там он были, пастух где? А там как раз коров пасут. Ну все.